лютое музло. Ништяк, как ты оказался сегодня здесь, что думаешь об этой квесте и чего от нее ждешь? Ну, блядь, я сюда пришел играть, и я нашел сегодня здесь братьев. Я их постоянно здесь нахожу, и не так часто, кстати, сюда хожу. Когда? В этом нет никакой проблемы, есть небольшое беспокойство. Как ты пришел к брейкору? Не волнуйся. Ну, на самом деле, это самое охуенное свойство. Вот тех самых вечеринок, а волноваться здесь вообще зачем? Конечно. Танцевать, пацан. Как ты нет открыл... никаких проблем. Как ты открыл себя в этой музыке? Слушай, бля, я открыл себя в этой музыке лет, наверное, 8 назад. Это было как государство Тобаго и Тринидад, знаешь, сперва его не знаешь, а потом на карту смотришь, и там оно как-то появляется, блядь. Появляется, а до этого оно типа скрывается. Ты находишь его, начинаешь играть брейкор. Потом брейкор тебя заебывает, ты начинаешь выходить во двор. И вспоминаешь, как в детстве ты играл дворовые песни с пацанами. Это было похоже на какие-то бардовские или блатные темы. Да, была такая система, короче, и сейчас... Окей, что в твоем творчестве проекта Don't Touch Me Bitch нас ожидает? Концерты, релизы? Don't Touch Me Bitch — это тот самый сосед, который ебашит мне молотком в стену в ритм. Если вы не знали, блядь. Где-то я это видел, блядь. Вот, я последние два или три, короче, как это назвать-то, блядь, недели или дня, ко мне приходили чуваки из комитета по административным правонарушениям, потому что, ну, типа, я ебашу не то чтобы брейкор, а вообще там бочка ебашит. Ладно, скажи, пожалуйста, на 3-4. Всем брейкор, пацаны. Don't Touch Me Bitch — это, короче, когда тебя отвлекают. Ну, ты пишешь музло, и тебе охуительно. Ты, ну, типа, его как инструмент используешь, да, и при помощи этого инструмента ты гармонизируешься вообще, да, с реальностью. Тебя ничего не ебет просто, ну, да, ты пишешь музло, тебе ничего не ебет. И вот как вот стучит молотком тебе, сука, в стену в ритм, да, ты же понимаешь, что это говно. Приходишь к нему и говоришь, хули ты стучишь, а он тебе говорит, послушай, блядь, я здоровья лишаюсь. Вот, и... Окей, скажи, пожалуйста, всем брейкор, пацаны. Да всем брейкор, пацаны, конечно. Это же все знают. Нахуй об этом говорить. Это же, блядь, одна витает. Одна бровь, одна любовь. Это витает просто в воздухе. Окей. Что-нибудь сам еще от себя? Ну, если хочешь, чтобы это было видео. Да, конечно. Я хочу, чтобы, блядь, это почаще все происходило. И все ебашили круче, чем сейчас. Потому что все стоят и смотрят. А надо, чтобы все обнюханные раздевались, блядь. Что думаешь? На брейкор фэмили ТВ. Это просто, сука, дипхаус дискотечка, что ли, блядь. Хули они все стоят? Они должны раздеваться, блядь, и ебашить обнюханные. Ну что за дерьмо?